моет. Пожалуйста. Все. Тебя насыпает. Ты теперь красавчик. Да? И я большой. Тихо, вот мои зефирки. Что, вкусно? Уйди. И берем зефирку и макаем в йогурт. В йогурт. Вкусно? Вкусно. Ты любишь йогурт? Вот. Ты не скажешь, я богат, благодаря тому, что Бог. Нам дал. Ну вот София сшила ей модный такой костюмчик. Тупичек. Спасибо тебе большое, София. Это мой уголок. Кто у тебя в руках? Автобот. Робот превращается в машину. И голову эть спрятали. Вау! Ничего себе. Смотрите, какая красивая голова. Да. Очень красивая. Красивенькая. И у него еще есть черная кнопка. Черная кнопка? Видите? Ну, что она делает? Нажимаю сюда. И он горит. Первая подушка, сшитая Софией. Давай, ложится. Автобот будет в баньке на этой подушке. О, какую ты подушку София сшила удобную. Прям для автобота. Автобот превратился в самолет. Вот сейчас полетит. О, как он умеет летать, посмотрите. Приветики. Приветики. Все передают привет. Поставьте лайк. Не забудьте. И бежит показывать еще одну работу. Объясни мне смысл твоей картины. Они сказали... Ну, если мы вот так посмотрим, то смотри, получается автобот самый натуральный. Вот голова, вот руки, это колесо, а это нога. Смотри. Мин наступил на краба, а там оказался маленький крабик. Это как мама с Лялей. Такие у меня умные, они говорят, что было 100 йогуртов, и каждый по 10 съел. Вот, 2 дня мы наслаждались вот этой радостью. Хорошая погода, это отлично. А вчера было так холодно, что пришлось включить отопление. Ну, чуть-чуть, потому что уже 2 у меня заболели. Чихают, кашляют. Смотрите, что себе сделала Даша. Напиток, кофе с молоком пузырится на глазах. Амин качается и своего братишку катает. Но плечи сильные. Сейчас упаду. Да не бойся, не упадешь. Давай. Не упадешь. Что ты делаешь? Что это? Вот так. Нет. Мама нужна нам. Мама. Не могу. Может, Авенир возьмет? Поехали.
И он очень хочет, мама, сам подходит и говорит: покатайте, покатайте. Давай, ой, давайте маму покатаем, а? Давайте маму покатаем. Давай, да, бери меня за ногу, давай. А-а-а, катай меня. Мама, давай. Чего? В общем, меня уговорили, уговорил, вернее, Натан, катать его, говорит, катайте меня. Раз, два, сейчас бумочка будет, три. Еще только, хочешь? Только по-другому. Как по-другому? Вот так? Да. Интересно. Сейчас я завяжу какой-то кончик. Что-то иду, на... Вениамин тебе другой что-то придумал. Катать по-другому. Ага. Вот чем мы занимаемся. На улице холодно, ничего не высыхает. И мы включили отопление. И теперь вещи у нас сохнут на батареях. Ничего не поделаешь. Поехали. Вот так он держится, и тут его катит. Смотрите, как София круто нарисовала. Так похож, такой миленький, смотрите. Как кажется, как он хотел, смотрите. Мама мия, спасите, помогите. Натан у нас попал в парк развлечений. Везет-ка ему. Столько братьев и сестер старших. Сегодня у нас тортик внутри с шоколадом. Мулечка моя, я люблю тебя. Ой, ты мой хороший. Ах, ты мой цветочек. Я люблю тебя. Ой, ты мне чупа-чупс подарил, пошла. Кого чупа-чупс возле одежды? После макарон получите. Чупа-чупс. Для этого надо съесть. А я тоже съем макаронки. Да, это непонятно. То ли мы едим, то ли мы играем. А кто будет это все вытирать, София? Вот этот тортик сегодня делала Мария под моим руководством. Получился необыкновенно красивый. Мама, я пойду позже завтра в школу. Ты что, в школу хочешь? Да. Ты в понедельник в детский сад пойдешь? Нет. Ты не хочешь в детский сад? Я хочу в школу. Натан, ты думаешь, что там в школе круто? Да, круто. Там будет очень тебе тяжело писать. Там надо делать уроки, домашние сделать. Там будет все круто очень. Ты хочешь писать? Там даже не будут курить. Чем ты тут занимаешься, Натан? Я. А. Ну, этим. Вот этим? Я тоже занимаюсь. А потом? А потом? Ух ты. А у меня? А я еще буду дальше. Я из Майнкрафта. Зачем ты к нам пришел? Чтобы поиграться. Мы рады, что ты к нам пришел, дорогой друг. Это сделала София коробка. Что София сделала? Картонный самолет. Своими руками. Да, смотря на вот этот деревянный, она решила сделать картонный. Теперь у нас три самолета. Пластмасс, картон и деревяшка. Вот, полюбуйтесь. Творческий беспорядок. Смотрите, как они с лестницы слезают. Следующий, поехали. У них своя лазучка. Следующая игра пошла. Вокруг стула пробежка. А кто-то спокойно сидит и смотрит телевизор. Вкусно? Мама, а Софию? Что Софию? Позвать, чтобы она кушала. Вот она. Вторая. Вениамин в ожидании, когда ему дадут. И всем по большой. Да? Да.